Всем привет! С вами канал Art Money. И сегодня у нас видео обзор на вот такие вот 5D чипсы. Вроде как должны быть подушечки. Сметана и лук. Купила их в фикс прайсе где-то в районе 25 рублей. Где-то плюс-минус, может быть и меньше. Здесь у нас 90 грамм. Не пропустите будущее. Также читаем состав. Что же у нас там в составе? Травы, белки, жиры, срок годности. И есть даже сайт. А выглядят они опять по-другому. Здесь, посмотрите, они такие аппетитные. Они такие здесь поджаристые. Там так много зелени. А здесь зелени практически не видать. Где там зелень? Ну, вот тут вот, да. Здесь чуть-чуть побольше, ну и то вон. Какие-то просто точечки. Здесь они желтенькие такие, даже ярко-желтые. А здесь вот цвет какой-то, не знаю, нежно-оранжевый. Вот тут даже вот есть одна уже откусанная. Мне кажется, кстати, сюда можно какой-то мелко порубленный салатик взять и просто вот такие вот штучки сложить. И просто вот так вот поставить. Вот. Ну или не знаю, мне кажется, даже что-то можно фаршировать сюда. Будет интересно смотреться. Ну, подушечки чуть-чуть поменьше размера. Такие себе подушечки. Видно, где закреплялись. Вот тут они. Значит, они вот так вот шли. Потому что кажется, что они вот так в конвейере идут. Ну, на вид, конечно, отличаются. Но по запаху, ну, да, чипсами пахнет по запаху. Довольно, кстати, их тут много, смотрите. И давайте же их попробуем. Что же здесь такое? Чуть-чуть есть аромат лука и сметаны, прям совсем чуть-чуть, где-то там далеко-далеко. А по вкусу напоминает как чипсы русская картошка. Вот у них там тоже вот эти вот чипсинки такие вот корявые. Вот что-то такое по вкусу напоминает. То, что там запах, вернее, вкус картошки хотя бы, вообще нету. Просто какая-то сделанная смесь. Ну, тут, в принципе, не может быть картошки, потому что у них форма совершенно другая. Просто какая-то смесь, которая превращается вот в такое вот. Либо, не знаю, может, туда воздух надувают и общипывают как-то, что они такие вот получаются. Они соленые, но совсем капельку. Ну, такие ароматные, такие, знаете, как спокойные такие. Ну, блин, как объяснить-то? То есть, вроде бы ты смотришь сюда, здесь написано «чипсы», но когда ты кушаешь, думаешь, что ты кушаешь что-то... Какую-то смесь непонятную. Не знаю, название чипсы, это, может быть, подразумевает то, что они хрустят. По крайней мере, хотя бы когда ешь чипсы там Лейс, там вот не такие вот обычные, к которым мы с вами привыкли, ты хоть надеешься, что там картошка, возможно, ее так нарезали тоненько, хоть надежда есть. А здесь вот понимаешь, что это, конечно, не картошка. Плюс к тому же они довольно большие.
И как-то кусаешь, и вернее, жевать начинаешь, и думаешь, что там внутри что-то есть интересное, но понимаешь, что там пусто. Вот, это немножко как-то, знаете, так мозги отвлекает. Что-то, знаете, такое необычное, мозг такой, знаете, в шоке. Как? Там внутри ничего нету? Такого быть не может. Давайте попробуем еще раз. Сейчас я, может быть, распробую вкус, потому что я вам рассказала немножко что-то другое, мне кажется, явно. Соли почти не чувствуется. Чувствуется вкус чипсов совсем чуть-чуть. Соли где-то там отдаленно. Лук сметаны где-то там отдаленно. Чувствуется, да, просто вот какая-то смесь. Типа как тесто какое-то сделали, вот, и оно получилось вот такое вот. Ну, в принципе, вкусно. Тянет еще, но, блин, что-то они огромные для меня. Не знаю, или мне так кажется, может быть, с непривычки. Но я думаю, если это предложить пьяному человеку, то он с удовольствием это съест и очень-очень быстро. Либо можно просто вот чисто за компьютером, за кино посидеть, похрустеть, съесть. И мне кажется, по-моему, не мне кажется, вернее, ну и плюс они там хрустят довольно хорошо. Что такое можно себя побаловать, что-то такое необычное подарить. Я думаю, можно подарить. В принципе, они выглядят довольно симпатично. И, кстати, они не разломленные. Разломлены вот только вот, по-моему. А, ну вот эта вот она и была, да? То есть, в принципе, смотрите, они все довольно целые. Ну, очень мало. Очень мало разломленных. Там всего их, может быть, штуки две. То есть, это большой-большой плюс. В отличие от того, когда мы там покупала я вафли, тоже в фикс-прайсе, и там были почти все надломленные. Хотя там также был воздух внутри закрытой коробки, этой внутри закрытого мешочка. Здесь тоже есть воздух, но они все целенькие, это классно. Поэтому я думаю, наверное, подарить можно. Конечно, вид совершенно разный, причем прям совершенно разный. Вот. И на сегодня это все. Смотрите наши влоги, как мы с сыночком живем, путешествуем, отдыхаем, развиваемся, занимаемся. Также смотрите обзоры на продукты с фикс-прайса, светофоры, с Победы. Обзоры на технику, живопись. И много-много-много всего интересного на моем канале. Также можете в комментариях написать, чего не хватает на моем канале. Я обязательно рассмотрю ваши предложения. И с вами был канал Art Mania. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. И всем пока-пока.